Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Недавно известный российский певец Филипп Киркоров показал подросших деток и рассказал об их характерах в интервью. Теперь же артист сделал еще более сенсационное заявление, рассказав, кто же мать его наследников. В более ранних интервью артист всегда старался избегать вопросов, касающихся суррогатной матери его детишек, 3-летнего Мартина и 4-летней Аллы Виктории. Но, видимо, все идет к тому, что все же эта женщина когда-то предстанет перед глазами изумленной публики, несмотря на то, что сейчас она всеми силами избегает публичности. Вот что рассказал Филипп Киркоров о женщине, родившей ему детей. «Да простят меня все, но я могу сказать только, что у моих детей есть мама. Наша мама, человек серьезный, не публичный и к публичности не стремится, не хочет быть на виду. Известно, что крестными родители детей являются мама Наташа и папа Андрей Малахов. Ранее сообщалось, что она живет вместе с Филиппом и детьми. Также ответственность за воспитание Мартина и Аллы Виктории взяла на себя их бабушка, тетя певца Мари, сестра его отца. Именно она балует их болгарскими национальными блюдами и следит, чтобы они играли в правильные игры. Она в доме главная, и я совершенно доверяю ей воспитание детей. Я точно знаю, что в мое отсутствие дети будут накормлены, одеты, обуты. Знаю, что они будут слушать правильную музыку, играть в правильные игры. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!